Новинка от компании Gears — механическая шкатулка Lily. Как и все конструкторы у Gears, данная модель поставляется вот в таких вот подарочных упаковках, состоит из 101 детали и собирается без клея и без специальных инструментов. Данная модель выполнена по типу старинной шкатулки с балериной. При открытии лепестков балерина изящно вращается вокруг своей оси на одной ножке. Чтобы открыть лепестки у данной шкатулки, нужно повернуть маховик в любую сторону. Данный конструктор отлично подойдет для оформления интерьера, а также для того, чтобы сделать эффектный подарок.